В спорткомплексе «Юбилейный» республиканской столицы прошел 8-й всероссийский отборочный турнир по самбо в памяти депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии, чемпиона мира по самбо Мухаммеда Кунижева. В соревнованиях приняли участие спортсмены из регионов СКФО и ЮФО. Репортаж Алихана Лепшокова. В этом году всероссийский турнир собрал лучших самбистов из регионов СКФО и ЮФО. Эти соревнования – некий трамплин для участия в первенстве России и отличная возможность для спортсменов проявить себя. Здесь собрались лучшие самбисты, и отрадно видеть, что с каждым годом масштаб участников увеличивается, отмечают организаторы турнира. Чемпионы, ребята, занявшие первые места, отбираются на первенство России. Вот это у нас всероссийский турнир. В этом году у нас около 200 участников. Это представители Южного федерального округа, Северо-Кавказского. Вот. У нас ребята приехали из Калмыкии, из Астрахани. В общем, у нас очень хороший состав в этом году. Вот. Хотелось бы поблагодарить и наших постоянных спонсоров, соревнований, организаторов этого турнира. Это близкие друзья, родственники. Мухаммед Кунижев обладал высоким мастерством и являлся настоящей легендой самбо для многих спортсменов. И сегодня, проводя турнир, мы отдаем дань памяти его мастерству и таланту, отмечают его друзья и те, кто его тренировал. Однажды в Пензу приехали первенство России, в гостиницу заселились, и телевизор только включили, и в телевизоре показывают, что это прием Кунижева Мухаммеда. Он, почему это говорили, он очень, ему покажешь прием, он еще сам его дорабатывал по-своему, как у него самому лучше получится, и над этим работал. Мощный захват и крепкая выдержка – залог победы схватки. Эти соревнования позволят нам не только получить бесценный опыт, но и являются своего рода стимулом для продвижения по ступеньке спортивного пьедестала, уверены самбисты. В итоге большее количество медалей различного достоинства завоевали борцы из Карачаево-Черкесии. На втором месте спортсмены из Адыгеи и на третьем участники из Ставропольского края. Алихан Епшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.